По состоянию на 4 апреля ситуация с ледовыми переправами по области следующая. Функционирует 13 ледовых переправ, из них 12 автомобильные, одна пешеходная. Вот буквально вчера было закрыто в области две ледовых переправы. Это Великоустинский район через реку Юг, техническая переправа закрыта была на 10 тонн. И в Белозерском районе функционирующая действующая переправа была закрыта. Вот. Также в связи с изменяющимися погодными условиями, теплыми температурами, структура льда, вы видите, тоже меняется, становится рыхлой, толщина льда уменьшается, просадка льда идет, трещины появляются, поэтому в ежедневном режиме инспекторы ГИМС вместе с владельцами ледовых переправ проводят мониторинг ледовой обстановки и происходит постоянное снижение грузоподъемности ледовых переправ. Так, для примера, в Великоустинском районе вот ледовая переправа, которая на поселок Кузина, в выходные дни была понижена грузоподъемность до 6 тонн, а буквально сегодня уже понижают до 3 тонн. На сегодняшний день в области действует запрет выхода на лед в 15 муниципальных образованиях, в двух частично. Также в 5 муниципальных образованиях данные запреты находятся на согласовании. Соответственно, сегодня-завтра нужно следить жителям в средствах массовой информации, будет озвучено, когда будут приняты запреты.